Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Безумные мутанты. Ну что же, welcome back. Ну, мы вернулись. Получили с тобой награду. Так, секундочку. Ну, для начала, наверное, стоит умножить наши награды. Потом заберем с тобой реворд. Так, ну что, лимит по времени мы с тобой увеличили. Так, теперь давай займемся нашим ревардом. Так, бесплатно забрали 9000 всего лишь-то. Кстати, 500 гемов мы с тобой получим через, я так понимаю, 4 часа. Хорошо. Что здесь нам с тобой доступно? Ага, один герой трехзвездочный и один двухзвездочный. Ну давай посмотрим, кто мне тут выпадет. И это у нас Бакстер, предположим. А теперь, пожалуйста, трехзвездочного. И это... И это Шреддер, друзья мои. Новый персонаж Шреддер. Сразу, друзья мои, прошу вас написать в комментах, насколько хорош этот герой. Потому что у меня его не было, и я ничего о нем не знаю абсолютно. Так, ну что, забираем здесь награду. Так, в меню, подожди, а что у нас тут? Что-то на почту к нам пришло. А что? Оу, слушай-ка. Довольно неплохо. Ну-ка давай зайдем в инвентарь. Ё-моё, я же это сейчас все заюзаю, ты представляешь? Это мы с тобой скраб. А, плюс мы еще скраб получаем. Дальше. Опять 41 тысяча скраба, прикинь. Мутаген 7700. Сколько у нас там пробирок? А, последний, да? Еще 7700. Так, и по-моему по 23... Оу, 62 тысячи, серьезно? Каждая пробирка, ё-моё, друзья мои, вот это подарок. Слушай, может быть теперь Шреддера прокачать? Ну, я не знаю, насколько он хорош, понимаешь, в чем дело? Вот, либо качать старье свое, да, которое у меня есть, либо качать Шреддера. Давай, короче, договоримся так, ты мне напишешь в комментариях, насколько он хорош, если он действительно хорош. И мы его с тобой быстренько прокатим. Да что такое, я же вроде все забрал. А, что ты, а, понятно. Так, Бибопчик у нас качнулся с тобой чуть-чуть. И еще кто у нас прокачается здесь? Ага, Леонардо. Ну, как я вам уже говорил, да, в некоторых видосиках, по-моему, я в Черепашках-ниндзя вам объяснял, да, что у нас начался с вами новый сезон здесь. У нас добавили с вами нового персонажа здесь. Так, он у нас... Где же ты? Вот он. Айсдак, то есть утка. Так, ну вот теперь сиди и думай, стоит ли мне качать Шреддера. Как бы проверить, чтобы не лопухнуться. Смотри, у нас с тобой... Сколько, кстати, мутагена? В общем количестве, давай посмотрим. 282 тысячи. Это более чем достаточно. Ну-ка. До соточки. Хватит. Фигушки, ребят, прикиньте. Я все в кейсе влил, и до соточки не хватило у меня. Ну, зато я могу вот здесь вот поставить ресурсы новые. Так, Мундагека. Тоже ресурсы, да, я могу поставить. Блин, вот я экспериментатор, а. Вот сейчас вот у нас с тобой предстоит бои. Причем бои с магичкой. И она меня сейчас будет тут наверняка расписывать, мне кажется. Так, давай заберем ревард. Мы с тобой уровень получаем, судя по всему, да? Ну, за уровень мы получаем награду. А что мы там с тобой получаем? Да как обычно, кубки вот эти вот. Большего мы недостойны. Вот видишь, только кубки нам. Ну и фиг с ним. Так, что у нас в подземелье? Давай посмотрим. У нас скрапа было много, кстати. Вот это тоже нужно забрать. Угу, награду мы с тобой забрали. А теперь давай посмотрим, что мы можем здесь с тобой прокачать. Ну, я думаю, есть смысл прокачать нам с тобой мутаген. Всего лишь один ап. Обалдеть. И весь скраб, который мы с тобой заработали, просто улетает сразу же. Ну что, пойдем с тобой драться с этой магичкой. Блин, она так жестко бомбит. Я тебе серьезно говорю, вот давай сейчас посмотрим. Мы с тобой Кейси практически до сотого уровня прокачали. Но мне кажется, что это темпа меня сейчас порвет. Как обычно, в принципе. Ну-ка посмотрим, что у нас тут выбрато. Бибоп, Мундагека, Кейси Джонс. Ну, в принципе, все отлично. Давай попробуем. Была, как говорится, не была.
Кейси, ты же прокачанный очень хорошо. Ты же должен тут так наяривать. Он, в принципе, так и делает. Он наяривает. Но это сейчас будет включать свою магию, ребята. И начинается жесткое лютование. Рокстеди разбегается. Так, остается сколько здесь, ребята? Крокодила. Нет. Так, подожди. А может быть... Погоди секунду. Нет, не надо опять массовые свои... Давайте, ребята, ну осталось очень мало энергии у нас с тобой. Так, получил темп по спине. Давай, току это. Все, нас расписали, по-моему. Я не могу, ребята, не хватает силенок у меня забомбить. Видишь, Кейси Джонс переключился на току и мы проиграли здесь. Ну, что мы можем с тобой здесь предпринять? Да что такое, опять какой-то реверт у нас здесь. Что мы с тобой все время получаем? А, ну ладно, давай. Так, здесь бесплатно, да, мы забираем с тобой скраб, плюс немножко там мутагена. И вот здесь мы можем еще получить двухзвездочного героя, возможно. Ну, кстати, неплохо для прокачки, ребята, это неплохо. Тем более Ирма у нас с тобой в основном составе. Так, еще получили награду. Слушай, может быть, мне хватит мутагена для того, чтобы прокачать Кейси? Скорее всего, нет, да, там очень много нужно. 47 тысяч. А у меня всего лишь 22 тысячи. Я пока не буду ничего тратить. Давай мы с тобой здесь опять же заберем кубки. Что-то кубки нам просто, знаешь, вот рекой льются, если честно. То нехватка, то они льются. Лучше бы у нас был... Так, 25. Ну, синих кубков. Это тоже, кстати, ребята, хорошо. Давай посмотрим, что у нас тут. Бибоп. Ничегошеньки. Так, это просто уровень мы можем поднимать. Так, Донни, я... Не использую. Кстати, кто-то мне из подписчиков писал в комментариях: Рэй, типа, прокачай Донни, он довольно неплох. Возможно, друзья мои, возможно, он довольно неплох. Но ты мне напиши лучше про, в данный момент, именно про Шреддера. Хорош ли Шреддер или нет? Что у него вообще за скиллы? Так, мне чем-то напоминает он, по-моему, Слэша. Что-то типа того он будет. Ну что, давай еще разочек все-таки попробуем. Может быть, постановку сделать. Там чуть-чуть совсем не хватило нам добить. Давай попробуем поменять местами. Если я сделаю, ну, к примеру, вот так. Пускай у нас Ирма будет стоять чуть-чуть подаль. Так, мы с тобой... Вот смотри, вот Кейси отлично начинает. Очень хорошо бомбят они Рахзара. Бросает гранату. Ирма, давай быстрее делай свою массовую атаку. Вот она начинает. И видишь, что делает этот темпа? Конечно же, она начинает свои массовые, блин, атаки дурацкие вот эти вот. Слушай, ну смотри, их осталось кто там? Токка плюс Бакстер Муха. Пока, хотел сказать, мы преимущество имеем. Никакого преимущества мы не имеем. Рокстеди один не справится. Жестко. Ребята, что не говорите, но здесь очень жестко и люто. Они опять же почему-то тока и темпа. Так, ладно, посмотрим. Сейчас, может быть, прокачаем все-таки до 100 уровня нашего Кейси. Так, 36 тысяч. Вот нам как раз сейчас хватает для того, чтобы прокачать его до 100 уровня. Я, конечно, не совсем уверен, что это меня как-то спасет или эту ситуацию. Но мы будем сегодня стараться пройти эту темпу во что бы то ни стало. Level up. Все, у него прокачался скилл, мы еще получили с собой новые достижения. Blue Belt. Так, что он там делает? Фокус, так, минус 20 фокус на 10 секунд. Это врагам он, да, делает? Слушай, ну отлично. Очень круто. Так, у нас еще, по-моему, с тобой... Не осталось, да? Не осталось мутагена, жаль, я думал осталось. Хотел еще, может, кого-то прокачать. Так, забираем с тобой награды. Ё-моё, как шикарно. А что тут нужно? А, до 110 уровня теперь прокачать нам просят. Ну, это пока в планах, в проектах. Так, у нас в инвентаре ничего с тобой не завалялось здесь? Абсолютно ничего. Хорошо. Так, ПВП. Ну, в ПВП мы можем с тобой поучаствовать, только я думаю, что...
Либо попозже, да, мы с тобой подеремся. Либо если мы еще сейчас пару попыток с тобой сделаем, и я не смогу пройти эту темпу, мне придется в любом случае тогда идти на арену и пытаться выбивать бонусные паки. Так, ну что, если у нас выживает здесь в основном Рокстеди, то попробуем с тобой поменять вот так вот. И сделаем мы Бибопа, наверное, поменяем местами вместе с Мондагека. Поехали. Рискнем такую вот расстановочку сделать. Так, Кейси влупляет. Он взялся за Кожеголового. Воу-воу-воу. Пока, ребята, очень неплохо все. Но я все равно вижу. Раз, два, три. Вот это вот... Как же мне это... Блин, ну вот, Рокстеди уже погиб у нас. Так, смотри-ка, мы почему-то начали все дружно бомбить именно темпу. Это может быть даже очень хорошо, потому что чем быстрее мы с собой ее вынесем, тем меньше вероятность она будет использовать заклинание. Все, мы порвали, ребята, мы порвали. Вот боксер-муха остается у нас. А, Тока тут еще плясал. Найс, вот это круть. Друзья мои, это дорогого стоило на самом деле для меня. Так, ну что, здесь... плане. Но это обычная, да, темпа. Это уже не босс, это просто рядовые обычные мобы. Так что мы сейчас их тут порвем. И Току, и темпу, и этого каменного воина, который там пляшет у нас. Да, смотри, что происходит. Но все равно, несмотря на то, что она обычный боец, она дает о себе знать. И заклинания у нее мощные, и все. Ну, что там у нас? Не понял. Эй, подожди, что такое происходит? Давай Току валим, ребята. Как так-то? Есть, нифига себе, вот это фокусы, друзья мои, вот это вот фокусы, я тебе скажу. Мы практически с тобой на пределе были, да, и все-таки вытянули. Ну, ты посмотри, какая разница у нас по мощам. Враг все равно нас опережает. Причем на 6000 почти мощей. Это очень хорошая заявка, сильная, я бы так сказал даже. Вот тут, возможно, будет слив, потому что здесь... Хотя не будет слива, здесь только лишь темпа. Да, мы сейчас с тобой быстренько здесь всех уничтожим, особенно этих маузеров. Видишь, нам нужно брать с тобой акцент именно на темпу, чтобы она не применяла свои заклинания. Она их бомбит. С определенным интервалом Кейси ее уничтожает. Это хороший плюс для нас. И остается лишь динозавр. Все, мы его тоже уничтожили. Ребят, в сухенькую, понимаешь, в сухенькую. Никто у нас не погиб. Здесь кто? Ну, здесь, я думаю, порвем. Здесь у нас Кожеголовый. Здесь у нас Рокзар и Бакстер Муха. Плюс Каменный Воин. И, как говорится, мусорный бачок. Вот он, мусорный бачок, который сейчас отдуплится. Так, ну, солдата мы с тобой Каменного тоже валим. Кожеголовый, я там вижу, получает от Кейси довольно добротно. И Рокзарчика мы сейчас с тобой завалим. А вот Бакстер Муха там что-то, смотри-ка, выеживается. Так, что мы, воина-то? Погоди секунду, что, остался только Кейси? Понятно, Кейси и Ирма. Фух, слава богу. Дальше. Кстати, мы сейчас с тобой, наверное, до следующего босса таким темпом дойдем. Ну, здесь только лишь Рокзар. Я думаю, особых проблем здесь не будет. Хотя вот этот вояк, оказывается, тоже довольно сильный чувак. Я думаю, мы с ним будем быстро разбираться. Кейси вот их очень хорошо разбирает. Бумс, гранатка, как говорится, прилетела. Обожаю массовые атаки, просто обожаю. Ирма, как говорится, не дает нам заскучать. Все, добротненько. Опять же, в сухую, ребята, выиграли. Так, давай-ка я нажму на континь. Просто хочу посмотреть, когда же там все-таки будет босс. А босс у нас сейчас с тобой будет. Ты понимаешь? Так, что у нас с тобой? Накопилось немножко мутагена, и мы можем кого-то проапать. Ну, можно, в принципе, наверное, бибопчику поднять немножко уровень, да? Один левел мы ему подняли. Ну, и шут с ним. Так, друзья мои, босс, давай посмотрим. Я не знаю, что он делает. Я дрался с ним, когда он был рядовым мобом. Что он из себя представляет, этот дрэк? Не знаю. Но мне показалось, что он ватник.
Давай посмотрим. Ну? Что он там делает? Вообще не врублюсь. Что-то машет, машет, что-то там своими клешнями. Давай, Ирмочка. Ага, гранатку бросили. Ирма бросает. Ух, массовую атаку. О, ты видел, что Кейси ему по спине, как по горбине-то надавал клюшкой? Пи, это босс? И это называется босс? Дрэк. Да ну, я такого персонажа даже себе не хочу. Ты посмотри, это вата. Распетрушили, даже не поморщились. И прошли с тобой даже этот сезончик. Ну чё, нажимаем контейни? Так, нам нужно посмотреть обязательно. Так, мы получаем с тобой... Не показали даже сколько, вау. Это типа мы с ним дрались, да? Все, походу сдался чувачок, да? Нам на милость. Так и должно быть впредь. 36 тысяч мутагеном получаем с тобой. Ну что, друзья мои, следующий би-бой. Би-боп. Погнали. Блин, я хочу получить нового героя. Этого Айздака. Я не знаю, что он там делает, но когда мы начали с тобой сезон, жалко, этого не заснял. Там, короче, фишка начинается такая. Черепашки с кем-то там воюют на земле, а Айздак этот пролетает на самолете, на кукурузнике, и сбрасывает бомбы нам в помощь, на врагов. То есть вот такой вот чувачок. Не знаю, что он там делает, насколько он сильный, крутой. Пока я его не видел даже в противниках. То есть, ну, как бы мы деремся, да, там в ПВПшке. Я ни у кого не видел еще этого Айздака и даже не могу представить, что он делает. Так, здесь у нас кто? Рахзар плюс Бибов. Распетрушим их за милую душу. Так, так, так. Не забудь, еще раз повторяю, написать в комментариях мне про Шреддера. Я вот больше чем уверен, что из нашего клана у ребят есть. Кстати, нужно посмотреть сейчас в клане. И кто играет, не играет, почистить его местечко, потому что нужно, ребята просятся. Так, тихо, тихо. Бибоп, ты чё, ты как вата сдулся, слился? Ай, ватничек, ватничек. Давай посмотрим по клану сейчас, что у нас там происходит. Так что, опять мы с тобой какую-то награду заслужили, заработали. Так, ага, понятно. Бокс мы получили. 100 кубков. Подожди, где у нас там клан смотрится? Угу, вспомнил. Давай посмотрим. Все будет явно по уровню. Ну что, я могу сказать, вот этот вот не играет, поэтому, ребята, его можно спокойненько тикать. Так, смотрим дальше. То же самое. Ноль, ноль, уровень нулевой, ребята, он, естественно, не играет. Так, этих то же самое. Извините, ребята. Как бы вы сами виноваты. Я почищаю, у меня должно быть место, потому что люди хотят, приходят. И я вот периодически смотрю, вот эти вот играют, видишь, 13-й, 12-й уровень. Да, я не спорю. Жалко, я не могу посмотреть, как давно они заходили. Надеюсь, разработчики это исправят, и здесь будет написано, сколько он присутствовал или отсутствовал в игре, как говорится, для удобства. Ну что же, сколько у меня? 4 места есть, друзья мои. Так что, если вы играете и хотите зайти в клан, ради бога, заходите, все будет окей. Ну, а мы с тобой продолжаем наши поединки. Так, дай-ка я вначале... Воу, здесь, смотри-ка, будет босс кто? Динозавр этот, да? Как их там, тиранозаврами звать? Нет, как там, тирексами? Я уже не помню, как их величать. Ну-ка. Смотри-ка, а здесь желтые, а точнее красноватые, да? И вот этот, какой-то усиленный. Охламон еще, посмотри. А, этот с оружием, а тот в рукопашку дерется. Понял. Воу-воу, массовые атаки пошли, обожаю. Просто рассыпуха такая. Еще хотелось бы, чтобы у какого-нибудь героя было такое, знаешь, кровотечение, чтобы он повесил, и враг тут бегал и истекал потихоньку кровью. Тоже было бы приятненько иметь вот такой скилл. Угу, забомбили вообще. Ага, хотел сказать сухой, нет, у нас Бибов
погиб. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Я думаю, и босса мы здесь с тобой тоже порвем. Хотя мощь у врага только растет, скажем, разом. Поехали. Так, тут кожеголовый, это плохо. Кожеголовый вообще-то нужно, по идее, как бы, ну, в первую очередь бомбить, чтобы он не станил. Вон, видишь, Кейси застанил. И это не есть гуд. Так, массовые атаки, обожаю их. Так, смотри, теперь, видишь, Ирму застанили. Ух, носорог нормуль-то пробил. Давай этого. Все, разобрались. Прикинь, даже все остались живенькие. Ну и, по-моему, сейчас будет, друзья мои, босс. Как же тебя величать? Давай-ка посмотрим. Трицератон, вот как. Как, ё-моё. Я уж думал, нифига тут такие здоровяки. Блин, сильные будут, наверное, противники. Хотя, не факт. Они же просто, по-моему, стреляют, да? У них нет там никаких супер мощных массовых атак. Просто обычный рядовой моб стал большим. И все. Вот и все преимущество, мне кажется, будет перед ним. Ну, давай. Так, этого мы ушатаем. Этого тоже ушатаем. Мондагека добивает хлыща. Так, здесь мы... Все, ребята, и дракончик в нашем, как говорится, распоряжении. Мы его сейчас будем петрушить, что мама не горюй. На тебе гранату. Рокстеди там собирается с разбегающего накумарить, да? Нет, не собирается, к сожалению. На тебе доской по заднице. Мондагек из-под тишка. Не, ну он правильно делает. Правильно делает, молодец, красавчик. Все, победили. Трицератон погиб. Так, давай посмотрим с тобой, кто будет следующим у нас боссом, чтобы морально подготовить. Опять он? Пфи, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, если он опять будет, ну, естественно, мы его распетрушим. Естественно. Надеюсь. Да не, должны, конечно, должны. Так, ну что у нас тут? Вот, блин, я все-таки не жалею, что взял Кейси. Правильно, ребята, вы мне подсказали. И мне также подсказал Илья, хозяин игробома. Вот, что Рэй, бери, говорит Кейси. Он неплохо дамажит. Сейчас он, конечно, немножко другую тактику выбрал. Но я взял за пример, что он мне посоветовал. И действительно не пожалел. Действительно не пожалел, все красиво. Кейси дамажит. Причем он очень шустрый, быстрый. Не какой-то там ватник. Видишь, очень быстро бомбит. И отличненько. Мы с тобой здесь выиграли. Правда, потеряли троих, но главное это победа. Ну что, двигаемся дальше. Блин, смотри-ка, мы сегодня за сегодняшнюю серию очень немало боев сделали. Очень хороший прорыв. Несмотря на то, что у меня где-то две недели было тишины, застоя, так скажем. Ну-ну-ну-ну-ну. Потому что я две недели только, ребята, играл на ПВП. Я не знаю, если вот проходить шестой канал. Ну, я имею в виду, здесь у нас есть, да, в этой игре. Шестой канал, как бы уровни, по которым мы с тобой поднимаемся и получаем награды. Что это дает мне? Объясните, пожалуйста, друзья мои. Объясните, я вот сколько там играю, там по одному кубику нам прибавляется зеленому за каждый этаж. И я не вижу смысла. Докуда я должен дойти? Там есть вообще предел какой-то или еще что-нибудь в этом роде? Тоже можешь написать подробненько в комментариях. Комментарии, друзья мои, я все абсолютно читаю, так что не сомневайтесь. Все будет, как говорится, уделено вашему вниманию. Так, давай-давай-давай, бибочек, бросай гранату, шикарненько. Да, круто. Блин, вот у меня бы был бы Леонардо трехзвездочный, я бы Лео брал бы с собой бы, поверь мне. У Лео дамаг тоже крутой. Не хуже Кейси. Тихо, что тут происходит, ты посмотри. Воу-воу-воу-воу. Трындец, я уже думал, сейчас проиграем еще, не дай боже. Выкрутились, слава богу. Так, ну что, это у нас, по ходу дела, последний бой. И там уже потом будет боссяра. Нас, посмотрим, насколько мы там с ним справимся. Если он будет просто один босс, я имею в виду, да, этот динозавр Трицератон, то мы его победим. Если он будет там вместе с Рокзаром, с кого там еще можно включить, темпу эту, вот тогда будет жесть, поверь мне. Вот это будет жестко. А если вот так вот он будет со своими вот этими приспешниками, разберем и не поморщимся. Так, Мондагек тут нормально. Ё-моё, я думаю, что это мой Рокстеди, а это вражеский, оказывается, тут пляшет, бегает. Привлек мое внимание. Ну что же, шикарно. Побед за нами, друзья мои. Ну и пошли с тобой на босса. Сейчас будет босяра, вот он.
вырастает трицератон. Не показалось ли ему какую-то усиленную? Нет, такой же, как и был, да? По-моему, такой же. А, тут, друзья мои, тут панк, кланфутовец, два трицератона мелких, и вот он сам. Да, должны, в принципе, справиться. Вон, пошли гранаты, сейчас еще Ирма влепит. Вообще никаких проблем не должно у нас тут возникнуть. Была бы здесь темпа, да, мы бы тут с тобой горе хапнули. А так, вообще на изи. На изи разбираем. Сам видишь прекрасно, его бедолагу просто зажали. Тем более у меня эти ребята, которые вот Мондо Гекко, да, которые с раскачки делает, потом в спину бомбит. Плюс Бибоп и Рок, кстати, который тоже вот так вот пронзает. Вот и все. Все даже целые остались. Вот это я понимаю, сыграли. Вот это я понимаю, мы с тобой дали джазу. Ну что, тут у нас кожи головы и опять эти 4 трицератона. Давай, носорог. Хорошо, пробил. Оу, Кейси Джонс против кожеголового. Это классно. Давай, прям по спине ему. Ты сам видишь, да? Обалдеть, все происходит здесь. Давай, 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 бомби, бомби. Блин, Бибопчика застанил, а? Ну ничего страшного, он сейчас оклемается. Он оклемается, мы его сейчас уничтожим. Там уже Ирма готовит массовую атаку. Не понадобилось никакой тут массовой атаки, опять все выжили. Оу, смотрим, ребята. Смотрим награду. Ну, давай мне 36 тысяч. Окей, я хочу посмотреть просто, кто у нас там будет сейчас боссом. Тока. Тока, ну, в принципе, ребята, если постараться подумать, мы, наверное, сможем все-таки с ним справиться. Так, 102 тысячи. Может быть, нам все-таки лучше прокачать с тобой Бибопа? Угу. Неплохо. 3225 мощей он имеет. Но я его почему прокачал, ребят? Но у него тоже массовая атака. Бросает гранату в толпучку. Ух, там уши заворачиваются у противника. Так, ну что, раз, два, три. Три боя мы с тобой, я думаю, пробежимся по-быренькому. На четвертом будет Тока. Нас уже типа подготавливаем, да? Тока, вот он. Но он, правда, обычным-то рядовым мобом очень сильным. Видишь, сколько он отнимает здоровья, когда приземляется на землю. Так, Кейси решил с ним вступить в баталию. Так, Ирма там сейчас массуху сделает. Шикарно. Вот я качаю Бибопа, качаю, 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 качаю. А он, ребята, вот берет и погибает самый первый. Неужели он такой ватный, а? Блин, ты посмотри, он обычный даже рядовой Тока, сильный. Когда он будет боссом, я даже не знаю, что мы с ним там будем делать. А 100% он там будет не один. Он возьмут и дадут ему там... О, еще награда. И дадут ему там кучу там, например, того же самого кожеголового могут дать, да? Еще кого-нибудь. Если темп туда дадут, я вообще тогда буду в шоке. Угу, 36 тысяч заработали, как с куста. Это был первый бой, да? Нам еще остается с тобой два боя и будет босс. Ну, здесь все будет легко, потому что один только лишь кожеголовый и остальные трицератоны. Четыре штуки, которые просто стреляют. Больше ничего тут не делают. Ну, давай, родные мои. О, бросает гранатку, молодец, красавчик. Что-то Рок, кстати, как-то слабовато пробегает. Так, ну минус кожеголова, это уже плюс. Так, что у нас тут остается? Всего лишь 3. 2. Вот, видел, Бибо бросил гранату и двоих, как говорится, уничтожил. У нас остается с тобой последний бой и будет босс. Тут Бибоп у нас, да? Окей. Тут, конечно, нам желательно его в первую очередь валить, потому что он, опять же, бросает гранату. Ать! Успел все-таки кинуть. И наш Бибоп быстро так отдуплился. Офигеть, просто моментально. Давай вот этого валить, а? Он сейчас гранату пульнет там в толпу. Не успел, а хотел, видишь? Уже сделал замах. Мы его вовремя уничтожили. Все.
Да, наш Бибоп, как всегда, профукал. И опять награду дают нам. Это круто. 36 кусков, да, мутагена. Ну что, поехали на босса. Посмотрим сейчас. Вот он только. Один будет или с кем? Сейчас посмотрим. Слушай, ну здесь есть шанс выиграть, потому что он с трицератонами. Но здесь еще Бибоп есть, понимаешь? Если мы с тобой Бибопа быстро вырубим, чтобы он гранаты здесь не бросал. Ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, какой он сам по себе-то недурно бомбит. Их! Офигеть, он своими массовыми атаками, конечно. Тихо, Бибоп, там вражеский где? Вот он, да, по-моему, Бибопчик-то? Ну? Ай, гранату бросил. Слушай, ну, по-моему, есть шанс. Или нету? Ирму бедную мою, блин, бомбит. А мы еще с этим не расправились. Так, подожди, у меня кейси-то. Ё-моё, бедолага Ирма, а? Так, мы с этим справились. Давай, давайте, ребята, току бомбим. Он же сейчас будет прыгать. Застанет нам нет возможности его. Ух, как он бомбит. Ты посмотри. А он что, еще и оглушает, что ли, когда приземляется на землю? Я не понял. Оу, щит. Да, друзья мои, я что-то сомневаюсь. Так, сколько мы с тобой мутагена-то накопили? Давай попробуем, может быть, кого-то прокачать. А кого тут прокачаешь? Тут особой прокачки-то не заняться никак. Мутагена в любом случае маловато. Ирму. Ирму качнуть, как думаешь? Ну, как вариант, можно, как вариант. Угу. Три уровня всего лишь поднял. Чуть-чуть не хватает нам до 94-го. Твою ж налево, что у нас тут есть что-нибудь? Давай посмотрим. Ничего нету. Блин, я даже не знаю. Что-то я так расстроился. Блин, мы не сможем, наверное, с тобой сегодня победить току. Давай попробуем немножко поменять постановку. Знаешь, что я сделаю хочу? Я попробую Ирму вот так вот заменить. И Кейси вот сюда. Вот таким вот образом попробуем. Потому что Токко переключился почему-то на Ирму. Он вот сюда вот вниз прыгнул и начал ее просто бомбить в наглую. Сейчас посмотрим, сыграет ли это какую-то ключевую роль. Ага. Ага. Так, Бибоп бедный сейчас у меня, скорее всего, погибнет. Ну, Мундагека, ну куда ты бежишь? Я же думал, он опять переключился. Слушай, ну здесь, блин, по-моему, то же самое, да? То же самое, те же самые три бойца у меня остаются. Опять же, Кейси покоцанный. Сейчас его уничтожат, скорее всего. И остается носорог у нас и Ирма. Вот Ирма с фулл хп. Вон, смотри, он начинает. Блин, Кейси уничтожили. Но он уничтожает Бибопа мне. Все. Я понял, кого нам не хватает здесь. Ну, Ирма здесь не справится. Ну, что он? Ну, что она одна здесь делает? Ну, и, конечно же, уничтожит. Смотри, что он делает. Нам здесь нужен станер. А станер у нас с тобой кто? Либо кожеголовый, либо муха. Но ни тот, ни этот у нас не прокачанный. И вот теперь сиди и думай, как быть. Как нам с тобой выкручиваться из этой ситуации? Хе. Как? Если я возьму даже... Нет, не получится, ребят. Нам нужны станеры. Бакстер и этот... Ну, вместо кого? Я не знаю, ребята, вместо кого. Тут хоть кого ставь, все равно распетрушат. Все равно распетрушат. Понимаешь, почему я хотел именно станера? Блин, Бибоп, ты попал под раздачу, да? Именно под току, и он тебя сейчас просто расчехлит здесь. Все. Очень быстро. Очень быстро он его уничтожил. Ирма хороша, тут я не... А, у них еще вражеский Бибоп есть. Вот оно что. Вот почему у нас с тобой быстро улетает здоровье. Тихо-тихо-тихо, подожди. Блин, Кейси подбили, ну как так-то? Нет, он там, конечно, сделал еще пару ударов.
Так, вот теперь Кейси погиб. Мондагека. Да как он сукус его снес? Вот упырь, а. Какой-то бронявый фиг. Ну что это, ну, ребят, ну. Нет, это трэш. Это трэш. В общем, опять делаем с тобой длительный перерыв. Опять я буду качаться за кадром. Буду участвовать в PvP боях, выигрывать в них, получать вот эти вот награды, где мы получаем мутагены, и, соответственно, прокачивать. И буду я либо... Ну, они двухзвездочные, блин. Понимаешь, они двухзвездочные. Что этот кожеголовый, что Бакстермуха. Ну, толку от них, ну, вообще никакого не будет. Они имеют две звезды. Да, они станят, но они не доживут просто до этого момента. До нашего стана. Вот и все. Так, что тут у нас за реверт с тобой созрел? Давай заберем. Один ящик скрэпа, да? На выпал. 41 тысяча. Ну что, дорогие друзья, тогда на этом будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим наши бои. Ну а с вами был Рэй. Всем удачи и до новых скорых видосиков.